Сахалин – крупнейший остров Российской империи, очень богат своими природными ресурсами, в особенности залежами золота и платины. При таких огромных природных дарах местное население должно было бы жить в достатке, не зная ни голода, ни холода, ни жизненных лишений. Но царский режим сделал все в точности наоборот – обрек людей на чудовищное и нечеловеческое существование без права выбора, превратив остров в большой заповедник каторжан, растянувшийся на долгих 948 километров территории Сахалина. Жалкие попытки прогрессивной российской интеллигенции повлиять на власть царской России и исправить ситуацию к лучшему ни к чему не привели. Это был тупик. Тупик империи.